Всем привет, дорогие друзья, с вами Гиацинтус. У нас на обзоре будет вот такая вот советская красная звезда. Значит, там перегорели несколько лампочек, и из-за этого она не работает. Я сделал такое временное решение, приклеил сзади USB фонарик. Ну и вот, подключил, можно его просто подключить к зарядке от телефона, например. Так, дотянется сюда. Опс! С трудом дотянулась. Ну и вот как это выглядит. На камере это видно очень ярко. Ну, по факту она светится не так ярко, как это кажется. Особенно если на елке. Значит, сейчас мы ее развинтим. Здесь используются вот такие вот лампочки на 60 вольт. Одна из них сейчас не рабочая, если я не ошибаюсь. Вот это. Он не хочет сфокусироваться. Там, короче, спиралька. Нет, это еще рабочая. Вот это вроде не работает. Значит, нам надо две лампочки. Я в OLX нашел с трудом вот такие вот раритетные лампочки на 60 вольт. Они ко мне пришли, и сейчас я установлю их в эту звезду. Ну, так они просто устанавливаются. Схема максимально простая. Насколько вообще может быть простой? Просто вот так по кругу. Через лампочки идет 220 вольт. Никаких там выпрямителей, ни трансформаторов нет, ничего. Лампочки на 60 вольт. И когда расходится 220 вольт по ним, то они светятся. Так, я лампочки установил. Ну и давайте попробуем ее включить. Так, и мы включили, но... Она, ребята, не светится. Значит, где-то есть еще одна лампочка, которая у нас не работает. Так, ребят, короче, я заменил практически все лампочки. Ну и в итоге смотрите, что у нас получилось. Та-дам! Звезда работает! Есть! Так, отключаем и собираем ее. Так, какой стороной тут надо собирать? Вот этой. Это важно. Именно вот этой стороной мы... Что там такое? Сейчас. Я, в общем говоря, собрал эту звезду. Вот этот USB фонарик, который я приклеил к ней, вот он сзади, вот так приклеен. И, собственно, собрал лампочки. Правда, плотно завинтить ее, видите, не удалось. Почему? Посмотрим оригинальные лампочки от нее. Ну вот, например. И, скорее всего, вот толщина вот этой вот черной штуки, ну, с фокусировкой, конечно, просто красота. Ага, все равно он не хочет фокусироваться на этой лампочке. Вопрос, а почему? О, сфокусировался с трудом. Вот толщина вот этой черной штучки на других лампочках, видимо, немножко толще. Вот именно из-за этого звезду не удалось плотно закрутить. Закручивается она, кстати, вот так. Вот это раскрутить, а это закрутить. Все, вот один единственный винтик тут. Ну и сейчас мы... Ее включим уже в собранном виде. Я отключаю вспышку. Внимание! Черт. Еще вот этот черный провод мешает от USB фонарика. Итак, 3, 2, 1. Вуаля! Давайте потушим свет. Красота! Просто ляпота, что еще можно сказать. Реально просто выглядит потрясающе. Так, и теперь давайте еще сделаем так. Теперь давайте сравним. Включим теперь только фонарик. Подсветку вот этот вот USB фонарик на 5 вольт. Ну хорошо, сейчас надо будет на стол ее положить, потому что... Не дотягивается. Ну, а так только с фонариком.
То есть не очень ярко, как вы видите. И тут все-таки она дотянется до краешка. Вот, на краешек дивана можно положить. Вот так оно выглядит только с фонариком USB. Ну, тоже неплохо. А теперь давайте включим и USB фонарик, и лампочки накаливания. Так. Все, и включаем. О, вот это по-нашему. Вы только гляньте вообще. Вау, вот это уже реально классно. Она полностью вся сверкает, это вообще просто офигенно. Сейчас я еще одену ее обратно на елочку и включу уже елку вместе с ней, будет просто атас. Я вот еще немножко камеру натер. Давайте еще раз посмотрим на эту звезду. Вот, потому что у меня была немножко грязная камера. Вот сейчас я ее натер, и вообще все выглядит реально классно. Просто круто выглядит. Что я могу еще сказать? Так, ну теперь будем одевать на елку ее обратно. Ну, вы только гляньте на эту красоту вообще. Это же не елка, это просто красота. А звезда-то какая теперь? Вот это уже совсем другое дело. Сейчас я потушу свет. Вау, вы только вообще взгляните на это. Это ж просто шедевр. Что я могу еще сказать? Просто выглядит потрясающе. Что ж, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Гиацинтус. Всем пока.